Крылатская. Издавна славились эти места. Сюда приезжали отдыхать. Живописные холмы и овраги привлекали дельтапланеристов, горнолыжников. И неспроста именно здесь был создан спортивный центр международного значения. Вслед за сооружением спортивного комплекса по генеральному плану развития Москвы предстояло построить в Крылатском жилой район. По проекту жилой район входит в состав западной планировочной зоны Москвы. Градостроительным экспериментом назвали возведение района. Суть эксперимента – комплексная застройка. Что же это значит – комплексная? Во-первых, выдержана технологическая последовательность строительства. Сначала проведены коммуникации, затем проложены дороги, и только когда территория для строительства подготовлена полностью, возводят здания. Во-вторых, комплексность – это одновременное строительство жилых домов и объектов социального и культурно-бытового назначения. В-третьих, их одновременный ввод в эксплуатацию. Всмотритесь, как необычно выглядят эти кварталы. Киносъемочная группа зафиксировала тот короткий миг, когда все готово к встрече новоселов. В застройке района использованы типовые проекты жилых зданий, испытанные практикой. Это комфортабельные дома, предназначенные сегодня для массового жилого строительства. Но и в эти типовые дома проектировщики ввели новшество. Встроенные в первые нежилые этажи помещения для предприятий бытового обслуживания. И встроено-пристроенные продовольственные и промтоварные магазины. Экономически такое строительство выгоднее по сравнению с возведением отдельно стоящих каркасных зданий почти в полтора раза. Решается и задача комплексной застройки. Жилье и предприятие обслуживания вводятся одновременно. В композиции Крылатского удачно использован ландшафт с перепадами рельефа от 6 до 14 метров. Перепады рельефа создают естественные террасы, на которых возвышаются здания. Возникает гармония жилого массива и окружающей среды. Основной въезд в Крылатское со стороны Рублевского шоссе. Улица Маршала Устинова – главная улица района. В центре этой улицы – универсам, который, между прочим, вошел в эксплуатацию еще до заселения района. Тогда он обслуживал строителей Крылатского. И в этом проявился комплексный метод застройки. Для новосела здесь есть сразу все, что нужно человеку в быту.
Автобусные маршруты пока основная транспортная связь с другими районами Москвы. В дальнейшем сюда проведут метро. Станция метро «Крылатская» будет расположена здесь же, на улице Устинова. Только что заселенные кварталы Крылатского более благоустроены, чем многие давно обжитые районы. И это результат комплексного строительства. Потому что сразу было решено принимать все одновременно, и здание, и территорию. Индивидуальность району придает система автономных дворов. Это пока что редкость для новостроек. Здесь архитекторы используют новые композиционные решения в организации пространства. Игровые площадки для детей, места отдыха, открытые автостоянки. Между группами жилых домов расположены детские учреждения. Такое размещение позволяет максимально приблизить к жилью школы и детские сады. Дети ходят в них, минуя транспортные магистрали. Архитекторами учтено, сколько юных жителей поселится в Крылатском. Значит, комплексный метод – это не только одновременное строительство и не только одновременный ввод в эксплуатацию жилья и предприятий социального, культурно-бытового назначения – но и точный расчет на количество жителей и на их потребности в быту. 100 тысяч москвичей – жители нового района. Проект застройки района Крылатское разработан управлением Моспроект-1 глав АПУ города Москвы.